Доброе утро. Сегодня 20 января. Мы в офисе 1580. Узнаем, что произошло за последние сутки в Полтаве и как отпраздновали ребята все-таки у нас крещение. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Расскажите, что у нас хорошего, плохого произошло? Праздник у нас прошел спокойно. За вчера никаких чрезвычайных происшествий не было. Выходили вчера во второй половине дня, получали информацию от наших водолазов, спасателей. Вроде бы никакой информации, все прошло спокойно, так что праздник удался. На сегодня у нас по погоде обещают -5, -7 градусов. Ночью такие были крещенские морозы, -12, -14. На сегодня нам синоптики передали еще штормовое предупреждение по туману. Видимость будет 200-500 метров, поэтому хочется попросить автомобилистов, чтобы они были максимально аккуратными на дорогах. Снег, ветер? Нет, только туман и возможен говорят на дорогах. Но сейчас у нас уже техника работает. Сегодня будет возложение возле памятника Шевченко. Основные, скажем так, работы проводятся в том районе. Вчера проводились в районе церковь, тоже посыпались по улице Свободности, Героев Сталинграда, Лялию Бегу. Все основные работы проводились, скажем так, на территории, где проходили массовые мероприятия. В принципе, что сутки прошли спокойно. Хорошо. Хорошего вам последнего рабочего дня на этой неделе и хороших выходных. Спасибо.